Дорогая Марина, я давно не был на Монтино, да и в Баку тоже. И с трепетом ждал, когда же вы покажете мой старый, теплый и родной двор, и жив ли он вообще в период такого бурного развития города и страны. На Монтино, сразу позади 82-й школы, в уютном месте находится наш тенистый, очень уютный дворик, обсаженный инжировыми и вишневыми деревьями и увитый местами виноградной лозой и отчасти гранатом. Гейдара Алиева, бывший Московский проспект, находился когда-то Дом культуры БМЗ, а за ним впоследствии была построена 82-я школа. И вот именно за школой и находится наш милый уютный дворик. Я прошу вас его снять. Если, конечно, он жив еще. Итак, я свернула с проспекта Гейдара Алиева на Тихую улицу. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй! Здравствуйте, уважаемый житель Монтино!
по просьбе которого я приехала на Монтино, который очень люблю. И хочу снять, что получится, что осталось для тех, кто жил в этой части Монтино за ДК БМЗ, МБНЗ, нет, как-то я неправильно говорю, в общем, за 82-й школой. Прогуляемся, посмотрим, что здесь осталось. Конечно, много высоток новых, много всего. Итак, давайте внимательно, сейчас я еще раз перечитаю комментарии, чтобы мне правильно ориентироваться. Так, стоп, друзья. Так, сразу после 82-й школы мы сейчас зашли со стороны дворца, Дом культуры. Давайте пройдем к 82-й школе. Здесь у нас мойка. Так, вот здание школы. Сейчас мы пройдем за школу. Пойдем-ка мы за школу. Вот школа. Вот пятиэтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Пятиэтажка. Сразу за школой должен быть двор. Вот я вижу какие-то увитые плющом, садиками. Дворик. Сейчас посмотрим. Дом не отремонтирован, как всегда. Ну, у нас тоже в центре то же самое, друзья. То же самое. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Там был просто такой закуток, где женщина готовит еду. Я боюсь, что этот дворик, вместо него уже вот это стоит. Вот тут тоже, ну тут, я думаю, дворик школьный. Школа не маленькая. И вот, видите, за школой, за школьным двором у нас уже высотка. Давайте пройдем, посмотрим. Такая большая высотка у нас здесь уже высится. Салам. Так, пошли так посмотрим. Вот там у нас еще есть какие-то дворики. Сейчас мы глянем, кстати. Там еще что-то есть. Вот гаражи. Может быть, даже это на. Нет, это явно старые гаражи. Явно гаражи старые. Посмотрим. Деревья тоже старые. Это багряник. Здесь много багряника на Монтино. Деревья, которые покрываются сиреневыми цветочками до появления листьев. Это тут шелковица. Гаражи. Пройдем дальше. Там еще что-то виднеется. Зеленое. Посмотрим. Так. Тут ворота, тут непонятно. Давайте заглянем вот сюда. Кстати, вот какой-то дворик увит виноградом. Давайте я туда загляну. Друзья, тут уже трудно что-то найти. Если даже есть какие-то остатки двориков, там уже какие-то новые хозяева, которые не хотят, чтобы к ним во двор заходили. Здесь везде высотки уже. Мало осталось маленьких домиков и двориков. Вот это вообще место я не видела. Посмотрите, какой здесь красивый двор. Ну вот, мы прогулялись вокруг
СТК, вокруг 82-й школы. Немножечко пройдусь по Мольцино и поеду домой. Вот еще остался старый дом. Вот остался старый дом. Я возвращаюсь на проспект Гейдар-Алиева. Красивые осенние деревья. Все, я выхожу на проспект. Друзья, мы подходим к улице Агани Мотулла и на этом заканчиваем нашу встречу. Всего доброго. До встречи.